В Шымкенте многоквартирный жилой дом едва не взлетел на воздух из-за утечки газа. На 9-м этаже случился взрыв. Серьезно пострадал 25-летний парень, который в тот момент собирался покурить на балконе. В тяжелом состоянии его госпитализировали. Ожоги у него, значит, второй-третьей степени, 45% поверхности тела, лица, верхней конечности туловища и нижней конечности. Состояние тяжелое, поэтому больной госпитализирован в реанимационное отделение. Пострадавший рассказал, что перед взрывом он собирался закурить, но когда зажег спичку, вокруг все вспыхнуло, хлопком выбило окна. Пожара при этом не было, сгорела лишь одежда на молодом человеке. К слову, еще двое парней, находившихся в этой квартире, не пострадали. ЧП случилось около 7 утра, и через полчаса на место были стянуты все экстренные службы. Выяснилось, что квартиру нового многоэтажного дома подключили к газу незаконно. Рабочей группы выяснилось, что данная квартира ранее не обращалась в Кастрензаймах для подключения, то есть она, нарушая закон, самовольно была подключена к газовой системе. Владелец данной квартиры привел, во-первых, подверг опасности своих жильцов данной квартиры и жильцов этого дома.